Всем привет! Сегодня мы поговорим об обновлениях, пришедших на наш сервер 27 сентября. На самом деле, изначально я осмотрел все обновления, такой прикинул, ерунда. То есть ничего такого особого, косметические, небольшие маленькие изменения. Но то, что я увидел в самом конце, реально очень меня обрадовало. Ну, начнем от маленького и пойдем дальше. Смотрите, изначально нам добавили награду за левел. За 7 и за 14 левел там золото и золото и фиолетовый молоток. Я их забрал, поэтому, к сожалению, вам показать этого не смогу. Дальше то, что я заметил в обновлениях, это то, что облик духовного оружия добавлен 11 и 12 уровень. А соответственно, я так понимаю, и духовное оружие 11 и 12 уровня стало доступным для всех наших донатеров, которые очень передонатеры, скажем так. Это уже... скорое приобретение, скажем так. Скорое их приобретение. Это у нас Мил, Муха, Алочка, у них 10-е духовки. Я не помню, может быть, еще у кого-то есть 10-я духовка. Ну, в общем, я думаю, что вот 11-я духовка, это уже скорое их приобретение. А дальше за ним уже и 12-я духовка. В принципе, долго ждать не заставит себя, я думаю. Да. Так, дальше нам добавили ветку квестов, тоже опять-таки я ее прошел, в ветке квестов, там просто одно задание, подойти к богине даров, и она объясняет, что такое резонанс. На самом деле это очень интересно, потому что вот этот вот параметр, да, который в музыкальном инструменте, вот музстрой, резонанс, вот C плюс 10%, D плюс 10%, E плюс 10%. Этот резонанс давал много мощи, но никто не знал, что он из себя представляет. Наконец-то они добавили описание, то есть ветки квестов, чтобы мы могли понимать. В общем, этот резонанс, он соединяет героя с персонажем. То есть он переносит часть своих статов, то есть характеристик, на персонажа. 10, вот при максимальной прокачке 10% от, вот, если лютня это размещение, да, если, не, лютня это основа, вот здесь вот размещение, здесь вот эндогерой. То есть это слияние параметров персонажа и героев, да, вот, так вот, во всяком случае, они описали то, что было написано в соединении героя и персонажа. Резонанс – это степень соединения, типа, героев и персонажа. Дальше нам добавили свадебное кольцо, прорыв больше 180 уровня, раньше 180 был максимальный, сейчас, опять-таки, с сегодняшнего дня добавили прорыв. Да. И вот, да, еще забыл немножко. Добавили в чате время сообщений. Да, вот видите, вот в чате видно время сообщения, когда сообщение было опубликовано. Вот. Дальше добавили рейтинг урона как в логове босса на лавалорде и в бездне. То есть вы видите, кто сколько нанес урона, и кто на первом месте, кто на втором, кто на третьем. То есть вы примерно можете понимать, сколько вам не хватает для того, чтобы там кого-то обогнать. Это добавлено в бездне и на лавалорде. А теперь самое крутое обновление, на мой, ну, так как я считаю. Добавили кланы. Видите, вот в вкладке связи есть клан, дальше вот такой вот клан можно создать. Обычный клан создается за 100 тысяч золотых монет, а золотой клан, как вот я создал, да, он создается за 300 магических камней. Дальше вы создаете клан, разница в 3 и 5 персонажей кланы, то есть вы приглашаете друзей, да, вот друзья, вы их приглашаете. Дальше они поливают чар-дерево, вот у вас есть чар-дерево. Я так понимаю, при росте чар-дерева увеличиваются бонусы. А теперь поговорим о бонусах. Бонусы вот. Значит, чар-дерево уровень 3, рост у него 0 из 5, в день можно поливать от 3 до 5 раз, да, то есть смотря сколько персонажей. Я вот полил, ничего не изменилось. Объединяйтесь членами клана, чтобы получать бонусы. Смотрите, если я с кем-то из тех, кто сейчас у меня вот здесь 5 человек будет, да, с кем-то из тех, кто 5 человек будет здесь, буду там, например, вот, в пустоши, в инсте, в 3 на 3, в логове босса, в бездне, в подземельях кошмара,
Это, я так понимаю, просто подземка. Или в Путь Воина, что не самое, что самое интересное, Путь Воина. Мне будет добавляться вот этот вот бонус. Атака, защита, уклонение, парирование, крит. Просто. А также в процентах. Плюс 2% каждый стат. То есть защита, уклонение, парирование, крит, удар. Плюс 2%. Это немало. Да, реально очень хороший бонус. И при росте чар дерева, я так понимаю, он еще и будет вырастать. И это будет реально вообще круто. То есть мы будем поливать каждый день, дерево будет расти, бонусы будут увеличиваться. И, ну, это очень-очень круто. Я думаю, что мы будем сейчас развивать. В общем, всем советую, обязательно создавайте кланы, собирайте лучших друзей, с кем вы постоянно где-то ходите. И у вас все получится, будет бонус, будете нагибать. В общем, если я что-то забыл, пишите в комментариях, если что-то я пропустил среди обновлений. Ну все, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!